Сердечно приветствуем, рады быть вместе с вами. Коротко расскажу о нашей группе. У всех, наверное, вопрос возник. Что такое за толпа вышла большая? Зачем так много? Была идея, наверное, Константин Андреевский дал такую идею, чтобы собрать молодых братьев с разных церквей, с разных штатов. У меня было 4 таких задачи. Первое, чтобы это братья были, которые любят Бога, которые горят для Бога, которые несут служение в церквях. Я звонил пасторам. Пастора благословили их на это служение, они сегодня вместе с вами. Второе, чтобы они попадали в ноты чуть-чуть, попадают иногда, я тоже иногда. Третье, это чтобы были с разных штатов, с разных церквей. У нас сегодня собрались с Калифорнии, с Вашингтона, с Орегона, с Пенсильвании, с Миннесоты. Музыканты у нас с Калифорнии приехали, в Сакраменто. Степан Василишин, гитарист с Украины, прилетел специально на этот конгресс. Еще некоторые музыканты подъедут, с нами еще семья Кирнев, они будут помогать нам прославлять Бога. Четвертая задача у меня была, чтобы все были с Украины. Конечно, это не так, наоборот, хотелось бы, чтобы это были с разных стран. На фоне этих событий хотелось бы, чтобы мы почувствовали любовь друг к другу. Русские, украинцы, у нас белорусы, с Молдавии, из других стран. Мы сегодня будем вместе прославлять Бога. Первую песню, которую мы споем, хотелось бы поклониться Богу и прославить за все, что Он для нас сделал. «Прихожу к Тебе я с хвалою». Пожалуйста, давайте встанем, будем петь. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики. Что даришь